Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 4 мая на канале ТВЦ состоится премьера сериала «Загадка Риммана». В своей квартире застрелены бизнесмен Сергей Андронов и его домработница. При этом в одной из комнат квартиры находился и, возможно, видел убийцу младший брат Андронова, 35-летний Андрей, аутист и гениальный математик. Следствию помогает Ольга Барковская, с которой Андрей общается посредством математических формул. Под подозрение попадают сам Андрей, жена убитого Альбина, бывший друг Илья Риман, а также муж убитой домработницы Стукалов. Премьера сериала состоится 4 мая на ТВЦ. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!